Вы нас спросили, и мы сделали. Сегодня мы находимся в Московском государственном университете технологий и управления. Именно здесь находится одна из наших студий. Давайте посмотрим. Мы видим черные шторы. Это очень важно, чтобы дневной свет не мог попасть внутрь помещения, потому что дневной свет — это один из самых сильных источников освещения. И иногда даже мы предлагаем людям заклеивать полностью окна и красить их в черный цвет. Но вот здесь решили использовать шторы. Стены устанавливали, тут мы красили в черный цвет для того, чтобы максимально убрать отражение света пирамидки. Для того, чтобы у нас было полностью шумоподавление. Две ПТЗ-камеры, у нас стоят 4К, телесуфер базовой комплектации. Два экрана для того, чтобы человек мог видеть себя, а также видеть информацию какую-то дополнительную. То есть некоторые люди прямо сюда выводят себе текст вместо телесуфлера и читают отсюда. А расскажите, как часто у вас пользуются студией? Студии пользуются ежедневно, практически каждый час, да, рабочего времени задействован в процессе видеосъемок. Это могут быть, да, какие-то студенческие видеоролики, съемки онлайн-курсов, некие процессы ведения конференций. Поэтому и оборудование используется с эффектом, да, замещения в зависимости от условий проведения съемки, опять-таки. Как вы часто используете фоны? Меняете ли их? Используете хромакей? Используем три вида хромакея, да, три цвета. Это синий, зеленый и черный, соответственно, тканевый фон. В большинстве своем нами используется черный фон, потому что мы для себя выявили, что это самый универсальный вариант, который для нас уместен и более-менее применим в регулярном порядке. Я так понимаю, что вы не пишетесь на петлички. Все профессора, учителя, преподаватели записываются именно на пушки, правильно? Да, потому что, опять-таки, мы стараемся ежедневно применять студию, да, в каком-то едином формате. Это классические записи лекций и конкретный формат онлайн-курсов, который мы для себя выбрали. Это на самом деле очень интересно, потому что на всех студиях, на которых вот мы были за последнее время, там везде используются именно петлички. То есть всем почему-то не нравится использовать пушки. Они пишутся на петличке, у вас наоборот. Интересно. Скажите, а видеомонтаж? Кто-то занимается видеомонтажом? То есть хромакей, когда вы используете? Да, конечно. У нас есть специалист по видеомонтажу. Чаще всего работает удаленно. Использование того или иного фона обязательно в заметочках трактуется для передачи информации, чтобы взять ее в работу со стороны монтажа. Света хватает настолько, что он заполняет полностью все пространство. Вы можете регулировать и создавать любую картинку за счет вот этого освещения, правильно? Действительно так, но зачастую, да, мы все-таки используем дополнительный свет. От роста лекторов, да, многое зависит, от цвета волос, от цвета одежды, конечно же. Телесуфлером кто-то пользуется? Телесуфлер достаточно далеко стоит, мне кажется, не будет видно текста. Телесуфлер используется в двух вариациях, то есть зачастую мы используем и телевизор в качестве проецирования какого-то текста, да, тех же презентаций. Телесуфлер очень помогает, есть возможность регулировать скорость, размер шрифта и, конечно же, бегущая строка. Телесуфлер и суфлер, который представлен в форме текста, он может ставиться в зависимости от потребностей. Держатель для планшета, черный фон матовый, а также хромакей, серый фон и белый. Обычно серый фон используют больше для фотографий, а вот хромакей используют для того, чтобы вырезать задний фон и подставлять уже какие-то другие. Во все студии мы дополнительно отправляем вот такое вот оборудование для того, чтобы можно было быстро очищать доску. Мы видим вот здесь вот у нас LED-панель. Некоторые люди теряют пульт дистанционный, поэтому заказывают доску с встроенной LED-панелью. За счет того, что экран очень большой, это позволяет выводить одновременно несколько элементов управления, да? Мультиобзор для того, чтобы видеть все, что происходит со всех камер, и какой-то дополнительный текст. Это может быть текст, это может быть и презентация. Можно выводить точно так же любую презентацию с планшета. Атемка для того, чтобы переключаться между камерами. Сразу два клигера, один на суфлер, второй для презентации. Скажите, во время вывода презентаций люди что-то дополняют маркерами или это вот отдельная история? То есть либо отдельно кто-то маркерами пишет, либо отдельно презентация?
Здесь, конечно же, всегда все зависит от программы подачи материала, и зачастую идет скрещенный процесс, когда есть и презентация, и какие-то дополнения, которые выписываются в качестве примеров на доске. Это использование каких-то формул, их расшифровка, да, орфографические какие-то аспекты, потому что у нас есть курсы по изучению русского языка для иностранцев, например. Можно представить видеодоску как некий барьер, некий голубой экран для того, чтобы так или иначе наш лектор чувствовал себя несколько на ином уровне, да, развивал свои скиллы, свои навыки, умения и представлял себя немножко в другой роли, да, участвуя вот в процессе видеосъемки. Как будто в будущее попадает, да? Да, можно отчасти сказать. Можно и так сказать. Мы надеемся, что это не последний раз, когда мы приходим на вашу студию, и возможно, что она будет еще улучшаться и становиться еще более навороченной и еще более совершенной. Спасибо большое. Да, спасибо вам огромное за сотрудничество, за участие и за контроль качества. Very careful about this point.